Губернатор Андрей Никитин сегодня принял участие в совещании, которое провел глава Минпромторга России Денис Мантуров. Темой встречи в Москве стало развитие в регионах народных промыслов. Новгородская область в этом направлении может стать примером для других территорий. Задачу поддержать и развивать отрасли прикладного народного творчества поставил президент страны Владимир Путин. Несмотря на то, что доход от рукотворного производства, разумеется, невелик, для государства это скорее социальная тема и главное культурно-историческое наследие. В этой области на сегодняшний день задействовано более 300 тысяч человек. Они работают на территории 64 субъектов нашей страны. В наш реестр включено около 300 предприятий, которые отвечают требованиям по НКП и аутентичности. 3 года назад в Новгородской области практически не было предприятий, которые всерьез занимались бы народными художественными промыслами. Сегодня есть уже несколько мест с перспективным будущим. Изготовление фарфора, крестецкая вышивка и медное литье. Но пока только на фабрике «Крестецкая строчка» налажено сильное производство. Задача региональных властей – поддержать и другие направления. Особенно я бы хотел отметить, нашу инициативу – это Фонд развития креативной экономики. Такой фонд появился, наверное, впервые в Новгородской области. Это региональный фонд, который поддерживает путем предоставления грантов и микрозаймов начинающие предприятия в этой сфере в том числе. Хорошим стимулом для развития НХП являются большие межкультурные проекты. Например, возрожденный этим летом городской уличный театр, построенный по лекалам 600-летней давности. Объединил и привлек к работе большинство новгородских народных умельцев, от плотников и кузнецов до декораторов древнерусского костюма. Всего в нашем регионе около 500 мастеров народного творчества развивают порядка 40 ремесел. Самые популярные – плетение из бересты и лозы, резьба и роспись по дереву, керамика и гончарное дело.